Всем доброе утро! Сегодня Халихабенд, 24 декабря. И сейчас мы откроем последние пакетики 24 игры. И откроем его 24 дверцу. Вот она. И Джимми. Где твоя последняя? Вот она, твоя последняя, 24-я. Оп. Сюди. Уфи, Мэри Джейн, маме тоже надо встать на стульчик. То папа у нас убежал в магазинчик, а мама невысокая. Оп. Мэри Джейн, сюди. Ой. Да, шоколад, шоколадные, да? Вот что сегодня, детишек. А что там у Грея? Грей тоже ждет. Открывай. Цузамен, цузамен. Что-то такое непонятное. Грей пакетик с, и с чем же? Это чтобы Грей не обляпался, когда кушает. Найн. Вартемаль. Мэри Джейн. Манишка. Да? Манишка. Фьюэссен. Я вот такая вот манишка. Я... Но мне кажется, Грей бы лучше был рад, если бы ему какую-нибудь вкусняшку дали. Да. Грей, да, сюди. Сюди. Кто-то занят. Я хотел пару слов сказать. Мне кажется, вчера на видео нас не так поняли, да? Правильно поняли. Мяса нет. Германии нет. Нет в Германии мяса. Да все есть. В Германии мясо есть. Только в Германии это Рождество, да, большинство не такие праздники. Это так же, как на Сильвестра, если хочешь, да, Новый год, что-нибудь получше. Это выходит, что мы мясника, да, заказываем до этого, да, ну, там, или индейку целую, или гуся. Это уже 2 недели до этого, примерно, ну, неделю до этого еще тоже идет. Потому что, если вы придете и хотите что-нибудь свежее, да, чтобы не того, которое лежало, да, это большинство на Рождество, например, или какой-то кусок мяса, или вот, ягненка, или еще чего-то, да, и вы свежее, приходите, 24-го забираете. Или вам домой привозят. А, смотри как. Наш мясник в этом году, что-то с ним не то. Проленился. Проленился. Все года все прекрасно было, да, мы всегда заказывали все, всегда было в этом году. А сколько в нее входит? Ну, моя рука входит. Но это должно поместиться. Все должно поместиться. Как всегда. Саша приготовила тут смесь, не знаю, что там, другая или не другая, как в прошлый раз, в прошлом году. А, любим? Я люблю. Там только в этот раз этих нету. Кого? Изюма. Изюма? Потому что вы не любите. Это я не люблю. Но. Вы любите, а я нет. В общем, вот так вот у нас получилось. Пока не эстетично, потому что она не зашита. Поэтому попу мы прячем. Вот так вот прячем, чтобы не всех не соблазняло. И зашиваем. Любимый, с какой стороны зашивать? Снизу, да?
Начни снизу. Вот такая вот. В толстую губу нашла. Молодец. Крестиком? Или потайным швом, а, любимый? Как думаешь? Самое главное, зашито и ничего не вывалится. Главное, что попа не вывалится. И вся начинка. Курочку мы зашили. В этот раз лучше получилось, да, наверное, чем в прошлый раз. Ну, ты учишься с каждым разом. Да. Так, летишь, через 10 лет буду вообще профессионалом. Не говори. Саша сейчас ее обвяжет, чтобы она не убежала из духовки. Не улетела. Ну, в этот раз она не очень такая большая. Да, 2,5 она. Да. Поэтому нам на один раз, на один ужин хватит. Ну мне же 2 большие ляжки, как вы думали, я ж голодная. Мама готова? Да, я готова кушать. Всем приятного аппетита. Но у нас, конечно же, традиционное первое блюдо – это томатный суп. Очень вкусный, очень аппетитный и аромат потрясающий. Уверена? Я уверена, потому что я в прошлом году… Сегодня все по-другому. Как это все по-другому? По другому рецепту? Нет. Нет, по тому же самому рецепту, по традиционному Сашиному томатному рецепту. Мне кажется, это традиция, которая именно на Рождество никогда не будет меняться в нашей семье. Ну, я так привыкла, с первого Рождества, каждый, да? От Хайлихабен до всегда суп. Это да. Так что первое, второе Рождество. Первое переменное блюдо – томатный суп. Вот она, наша птичка. Ты что хочешь? Я хочу, ну как всегда, по традиции. Тогда я знаю, что ты хочешь. Вот эту вот ляшечку. Хорошо прожарилась, да? А что тут отваливаются косточки? Да. Если бы я могла, я вам передала запах этой птички. Но, к сожалению, это невозможно. Вы можете только посмотреть, какая она красавица, как она запеченная. Кстати, внутри фарш с бананом. Вот эта красота, вот эта вот ляшечка, она моя. Ляшечка. Твоя. И кому эта грудка подойдет? Не знаю. Не знаешь? Наверное, Джимми. Mm-hmm.
вернее, косточки. Да? Ну, завтра гостям тоже еще косточки. А, завтра же у нас гости. Тоже косточки. А? Да, сейчас если косточки, станция. Так что косточки, пожалуйста. Да, косточки не выкидываем. Да, не выкидываем, завтра гостям придет. Да? Надеюсь, они видео не до этого посмотрят. Да. Еще придут. Вторая пельмина. Что у нас главное блюдо? Это, естественно, наша индюшка, индейка, которую мы ждали. А вот мясник такой вот человек-то, а? В общем, не дождались мы нашу птичку, которая... Зато у нас сейчас мясо в холодильнике, да. На убой. Но за 2 дня еще надо все съесть. Да, Саша наверняка сбегал в магазин и докупил все-таки мясо. У нас мясо еще есть, и индейка есть. Да, еще и грудка есть, еще и ребрышки есть. Короче, все есть. Итак, что у нас на... Грей, а ты куда? Что у нас на главное блюдо? Это индейка. Ну, это уже все увидели. Да, кнодель. Это шарик, картофельный шарик. Ах, точно. Шарик, да. Я долго не знал, как они по-русски. И роткель. Она тоже способна как-то готовиться в кастрюльке с вином. Да, мы сейчас готовим. Я сегодня без вина. Без вина, да? Почти. У нас вино есть. Да, оба я сегодня... Оба они все на ней. Да. Я сегодня только сапфель завтра чуть-чуть добавил. И соус. Правда? Да, соус, темный соус. Саша любит очень темный соус, поэтому это все проходит. Но Саша не любит белый соус. А я люблю белый соус. Особенно еще, когда он грибной. Я все молочное не люблю. Да. Поэтому приятного всем аппетита. Скоро у нас сочельник. Тихого, теплого вечера всем, кому семьи. Викли? Спасибо. Да ты еще не знаешь, что там. А я чему рада.
Уже за мешок, да? Да, мешок уже рядом. Ой, так классно. Так запаковано суперски. Посмотрите, классно, так классно. Сказать что вам? Там. Я не знаю, что там. Там что-то лежит. Что-то там. Я не знаю, что там. Даже представления не имею. Вау! Это сумочка. Рюкзачок. Чтобы еще один раз порвало. А что? Да, я рюкзачок. А по самое главное не падать. Я же свой рюкзачок порвала, когда упала. Мне лямка отсюда прям вообще оторвала. Ой, да дивы. Как здорово. О, вот это кожа. Классно. И так, такая вместительная. Я могу все свои картины туда, да? Здорово. Да, вот так идет. Она загибается как-то, да? Да? Ну, застегивается, угу. Загибается. Угу. Закрывается. Закрывается. Вау, здорово. Спасибо. Папа с мамой тоже получили подарочки. От детишек. Один подарочек от Джеми и садика. Что там? Леня, ты знаешь, что там? Да, он знает, она мне скажет. Что там? Для папы и мамы. Все, что от Джимми. Я уже могу тоже догадаться. Да? Вау! Зупа! Данкишен Джимми! Красота какая! Еще фото! Зупа! Толь! Джимми делал сам. Для папочки и мамочки еще один подарочек. На ребень. Терпели тоже под елочкой, ходили кругами. Что же там такое интересненькое-то? Нам дочь придумала. Мэри Джейн. Ой-ой-ой-ой, какая красота. Мэнч. Вау. Либо мама, либо папа. Фест, Фроэс, Мэри Джейн, Дайна. Фроэс, Фест. Зупа, Мэри Джейн. Ой, чай. Не могу я так это махнуть. Как мой папа. Вау. Когда они уже успели такое сделать, а? Почему мы ничего не знаем, а? А ты, мама, все спишь. Я? Все просыпаешь. А ты знал? У тебя такой хороший сон в последнее время, да, что ты все... Да, я очень хорошо сплю. Вы не представляете, что мне сегодня ночью приснилось? Сегодня не расскажу, когда-нибудь расскажу. Говорят, хороший сон. Зупа. Вон добавь. Данкши. Мама, не люблю. Знаете, да. Самые лучшие подарки, какие от детей. Он сейчас обещает подарки. Самые лучшие подарки от детей. Это сделано своими руками и любовью. А еще самый лучший подарок, если наши дети в жизни будут очень хорошими людьми. Это самый большой подарок, мне кажется, для всех родителей. Да? Да. А что еще надо? Да, и если они вот так вот обнимут, поцелуют, больше ничего не надо. Кто-то у нас сегодня в шапке, а кто-то...
фото с Дедушкой Морозом. В прошлом году я была вот в этой фото с пампушкой. С пампушкой. А в этом году мы поменялись ролями. Видишь. Детишки наши сладенько уснули наконец под большим впечатлением от всего происходящего, от подарочков, от... Черт, каким еле уснули. Да, еле уснули. Но Мариджейн у нас быстро уснула, а Джейми... У нас такой мальчик, когда очень много всего происходит, он долго не может это все в голове уложить по полочкам, так же, как и папа. Да? И уснуть быстренько, поэтому... Всегда ты, да. Ну, потому что сын — это твой сын. Поэтому он на тебя похож очень сильно. Так что ничего удивительного. Сегодня был прекрасный день. Хоть и с приключениями, как всегда, у нас не бывает ничего так без приключений, да. И с расстройствами, и с улыбкой, и со смехом. В общем, мясо было вкусно. Магазинное... В Германии мясо есть. Да, магазинное мясо было вкусно. Индюшка была свежая, вкусная, мягкая. Мне очень понравилось. Я съела ножку свою. Я бы еще съела, если бы мне положили. Но мне не положили, поэтому осталось это на завтра. Там и так кости. Остались кости. Гостям. Кости гостям, да. Если завтра гости. Кости. Придут, то чаем мы их напоим. Или кофе. Ну, с детишками хватит. Да, с детишками хватит. Большими. Большими и маленькими. Самое главное, маленьких накормить. Это самое главное. Не, большие. Итак, подведем итоги. Вот и Рождество, да? Скоро наступит. Еще пара часиков, и оно будет уже с нами. Этот год был для многих очень тяжелым, для многих не очень, для нашей семьи очень трагичным. Наш ушел очень близкий и родной нам человек, Саша Романова. Ее нам очень не хватает. И не представляете, как. Просто в прошлом году на Рождество мы встречались все вместе, а в этом году мы желаем, чтобы следующий год никогда не повторился, как этот. Он был без потерь, а был радостным, положительным, со счастливым концом. Мы с ним желаем большого-большого счастья. А самое главное – здоровье. Да. Всем огромного. Что еще нам? Да. Кроме здоровья. Чтобы мы все пережили этот тяжелый момент, тяжелый период без потерь. Без потерь близких, самых дорогих нам людей. С наступающим вас Рождеством, с наступающим вас праздником, Новым годом, с католическим, евангелическим, православным Рождеством. Будьте счастливы, будьте здоровы, любите друг друга, цените друг друга. Будьте. С Рождеством. Да, с Рождеством. Всем желаю счастья и здоровья. И любви побольше. Всем пока. Пока, Саша и Лена. А что будет дальше? Мы увидим дальше.